Радмир и Даниил из Нижней Ошмы. Несмотря на то, что одному из них всего 7 лет, а другому 10, они уже успели совершить подвиг. Во время прогулки мальчики наткнулись на бездомную птицу. Она посмотрела нам в глаза, и мы ее пожалели, рассказывают очевидцы. Лежала здесь, она лежала, ее одна крыло было около нее вот так стояла, а второе распахнуто. Ребята забрали сову домой, назвали Гешей, начали кормить мясом и стали искать информацию о том, как оказать первую медицинскую помощь сове. Сделали гнездо из коробки. Оказывается, у нее было сломано крыло. Угу. Потом мы пошли домой и за ней ухаживали, кормили мясо, сырым мясом. Семья опубликовала в нашей группе социальной сети ВКонтакте пост с просьбой о помощи. Мы, в свою очередь, связались с ветеринарной службой. В практике Раиля Мирзаянова, имеющего 5-летний стаж работы, это первый такой случай. Это специальный препарат с антибиотиком. Тирамица называется. Он как раз этот воспалительный эффект тоже имеет. По словам ветеринарного врача, у птицы сломана плечевая кость. Проведено хирургическое мероприятие по восстановлению целостности получается, целостности костей. И получается, сделали специальные манипуляции, зашили, место восстановили, поставили на место кость, сломанную кость. Геше была оказана первая медицинская помощь. Крыло посадили на место. Сейчас птица будет находиться под наблюдением ветеринарного врача. Семья Хусаинова говорит, что сейчас новый член семьи чувствует себя хорошо. Из-за полученной травмы летать, к сожалению, птица больше не сможет. Айгуль Надыршина, Алексей Петров, Равзиля Багаудинова. Новости Татарстана.